Игровые комплексы обмотаны лентой по периметру детской площадки. Объявление о том, что играть здесь не рекомендуется. Вирус распространяется быстро, и особенно этому способствует большое скопление людей. Но родители словно об этом ничего не слышали и вновь приводят детей в песочницу. Юные одинцовцы недоумевают, почему в песочницу нельзя. Многим из них едва исполнилось 3 года, и они не умеют читать, в отличие от своих родителей, которые просто пренебрегают простыми правилами защиты. Там не такая плотность людей, и люди все равно будут выходить, с ней этого не избежать. В парках разрешено гулять. Я смотрела Роспотребнадзор рекомендации. Решение закрыть все парки округа – вынужденная мера. Ограничить людей от собственной беспечности – первостепенная задача. Призываю всех не выходить в места общего пользования, скопления, где скопление людей, чтобы не, дай бог, не заразиться. И, конечно, нужно сидеть дома. Остаться дома, заниматься семьей, близкими. Кто-то, может быть, уберется, какие-то вещи разберет старые, возьмет книгу в руки, посмотрит телевизор. Но сегодня нужно сидеть дома. Мы должны справиться с таким масштабным распространением, чтобы у нас не повторились ситуации, как в европейских странах. Все парки спорта и отдыха закрыты, так же, как и рестораны, фитнес-центры, салоны красоты, спа и другие общественные заведения. Оставайтесь дома и берегите своих близких. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».